Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости рынка Форекс на канале Инстафорекс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. Американский доллар не намерен останавливаться и продолжает давление на своих соперников. В этот раз внимание на себя обратила пара под названием «Кабель», которая постепенно приближается к полуторамесячному минимуму. Британский фунт торгуется против доллара США на уровне 1.2324. Давление на национальную валюту Соединенного Королевства оказывает опубликованная макроэкономическая статистика Великобритании. Так, деловая активность в производственном секторе в прошлом месяце выросла до 54,6 пункта по сравнению с увеличением в январе до 55,7. Несмотря на то, что результат не совпал с прогнозами аналитиков, производственный сектор по-прежнему растет. Но на сегодня этого недостаточно для британской национальной валюты, поэтому пара британский фунт-доллар США завершит торговый день вблизи текущих позиций. Вы смотрели новости рынка Форекс на канале InstaForex TV. До встречи!